Шенгурдалский район посетила делегация из Португалии. Цель зарубежных инвесторов – развить птицеводство в сельской местности. Реализация проекта, помимо модернизации отрасли, поможет создать 900 рабочих мест. Визиты с солнечной Португалии прямиком в наши пенаты имеют под собой особую цель. Гости – люди серьезные. Это представитель компании Телебел Маурисио Сигало, который и возглавлял делегацию. Вместе с ним его коллеги по бизнес-сфере Джил Вейра и Педро Брито. Португальцев радужно приняли в конференц-зале районного отделения партии Нуротан, где и состоялся конструктивный диалог. По мнению португальской делегации, Шенгурдалский район отлично подходит для реализации довольно смелого проекта в области птицеводства. Он включает в себя возведение 12 птицеводческих комплексов, в том числе и откормочные. Реализация задумки поможет создать аж 900 новых рабочих мест в районе. Между тем, представители делегации отмечают, что это только начало. Этот проект – лишь первая фаза из трех. Для местных жителей данные проекты станут большим подспорьем для того, чтобы не только развивалось птицеводство, но и открывались новые рабочие места. За реализацией данного проекта стоит развитие инфраструктуры нашего района, также открытие нескольких сотен рабочих мест, вклад в развитие не только нашего района, но, считаю, всего региона в целом. Руководство района во главе с акимом Мухамеджаном Алиевбегазиным, также представитель сельхозформирования, я уверен, приложит максимум усилий и создадут все благоприятные условия для реализации данного проекта.